В Актобе огласили приговор по нашумевшему делу обманутых дольщиков. На скамье подсудимых оказался директор жилищно-строительного кооператива и его компаньон. Их обвинили в хищении чужого имущества и мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмены обещали своим клиентам построить 5 домов в разных частях города, но в итоге оставили почти 500 человек ни с чем. Суд приговорил, значит, наказание Каримову в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет. Жарасханову в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет. Также по приговору суда осужденного обязали вернуть потерпевшим полученные им на строительство деньги. Прочие разбирательства продолжатся в гражданском суде, так как для определения точного ущерба нужны дополнительные экспертизы. Потерпевшие говорят, что многие живут на съемных квартирах, так как продали единственное жилье и вложили все деньги в новостройку. Есть такие, которые даже уже по трехстороннему договору произвели полную оплату. Но самое главное, нам нужно было, чтобы нас признали потерпевшими, а теперь дальше ждем, ну как, будем ждать движения и шагов от ТО «Корлосстрой», потому что за счет Акимата, ну, было же открыто вот это ТО «Корлосстрой», чтобы завершили строительство проблемных домов вот этих. Нужно было решение суда. Вот мы дождались, дальше будем теперь в следующий шаг за ТО «Корлосстрой». Будем туда обращаться.